связи с приближающимися праздниками наверняка у каждого возникает вопрос, а что же такого подарить себе любимому, либо родственнику, ребенку, да и вообще знакомому. И лично я считаю, что отличным подарком является планшет. Это устройство не первой необходимости, его гораздо проще выбрать, чем смартфон, и планшет покрывает огромное количество полезных задач. Игры, сериалы, мультики, браузинг в интернете, чтение книг, что же еще нужно? К тому же бюджет очень гибкий, но сегодня наш топ самых популярных планшетов на канале Алло будет крайне необычным. Все вы наверняка знаете, что многие ресурсы готовят итоги года, рассказывают про самые топовые устройства по мнению редакции, но мы решили поступить по-другому. Мы взяли официальную информацию и узнали, что именно весь год покупали реальные люди в магазинах Алло, и на основе этих данных составляем свой собственный, так сказать, народный рейтинг популярных планшетов. И каково было мое удивление, когда я увидел список самых продаваемых планшетов в этом году. Я-то привык, что самые популярные и лучшие планшеты – это планшеты компании Apple, iPad. Но в нашем топе, в списке 10 самых продаваемых устройств, планшетов Apple в принципе нет. Давайте посмотрим на то, за что люди платили свои кровно заработанные деньги. Начинаем. Наш список открывает планшет Lenovo Yoga Tab 3. Этот планшет обладает довольно уникальным дизайном, который сложно с чем-то спутать. Он красив, удобен в использовании. Его эргономика позволяет рассматривать огромное количество вариантов использования. С большого экрана на 10 дюймов и разрешение 1280 на 800 точек очень удобно потреблять различный контент. Видео, книги и игры. Lenovo Tab 3 имеет неплохие стереодинамики, звук громкий и четкий. Кратко о технических характеристиках. Процессор Snapdragon 210, это 4-ядерное решение, и 2 гигабайта оперативной памяти. У него, естественно, есть поддержка 3G и 4G, даже камеру на 8 мегапикселей умудрились вместить в довольно бюджетное решение. Главной фишкой этого планшета является его энергоэффективность. Если вы посмотрите на его достаточно скромные технические характеристики, а потом посмотрите на объем аккумулятора 8400 мАч, то поймете, что это еще ого-го какой жилец. Следующий претендент оказаться под елкой – это Samsung Galaxy Tab A. В принципе, Samsung плохих вещей не производит, так что это достойный член семейства Galaxy. Этот планшет с точки зрения технических характеристик уже посерьезнее. Здесь 10-дюймовый экран с разрешением 1900 на 1200 точек. Процессор здесь Exynos 7870 в паре с 2 гигабайтами оперативной памяти с легкостью проворачивает все ваши игры. Здесь установлена неплохая камера на 8 мегапикселей, о качестве камеры устройств Samsung вы прекрасно знаете. Устройство можно легко объединить с телевизором или смартфоном и принимать звонки или наслаждаться любимым сериалом в любом месте в вашем доме. Для тех, кто смотрит на этот гаджет как на рабочую лошадку, сообщим радостную новость. Есть режим многооконности, а также есть возможность получить 100 гигабайт бесплатного хранилища в облаке OneDrive от Microsoft. Но в нашем топе эта модель от Samsung не единственная, и для тех, кому нужно что-то поскромнее и погабаритней, есть также хороший выбор. В линейке Tab A есть также и более компактная модель на 7 дюймов с разрешением 1280 на 800 точек. Ее популярность, кстати, больше, чем у собрата. Здесь установлен процессор SpreadRAM мощностью 1,5 ГГц и оперативной памяти здесь 1,5 гигабайта. Для компактного устройства, в принципе, достаточно, а если учитывать его стоимость, то тем более. Но и это еще не все. У Samsung есть еще более бюджетное решение, это линейка Tab 3. Тоже 7 дюймов, только вот разрешение 1024 на 600 точек. Несмотря на 1 гигабайт оперативной памяти, он достаточно проворный, и если учитывать количество продаж в сети магазинов Алло, то не стоит удивляться, эта модель покупает очень-очень часто. Рейтинг планшетов очень забавная штука. Мы начали с компании Lenovo, потом плавно переключились на компанию Samsung и вновь эстафету перехватывает компания Lenovo со своим бюджетным решением. Lenovo Tab 10, судя по названию, вы и так понимаете, что это 10-дюймовый планшет с разрешением 1280 на 800 пикселей. Здесь процессор Snapdragon 210, 1 гигабайт оперативной памяти и 16 гигабайт постоянной памяти. Этот планшет поддерживает карты памяти microSD, и нельзя сказать, что это какое-то мощное решение, которое потянет на себе абсолютно любые задачи,
но для каких-то элементарных сценариев использования вполне себе подойдет. HD-видео проигрывать будет, Full HD здесь ни к чему, потому что разрешение экрана здесь HD. Тексты читаются, браузинг браузится, как говорится, в принципе, достойное решение для покупки за небольшие деньги. Ни один рейтинг планшетов не может оказаться без планшетов компании Huawei. Они уже который год подряд выпускают огромное количество планшетов и каждый год на каждой презентации делают на них прям конкретный акцент. Так было и на презентации MWC, так было на презентации IFA. Постоянно медиапады их обновляются. Естественно, в нашем рейтинге есть покупаемые часто планшеты компании Huawei. Huawei MediaPad T3. Модель с экраном 9,6 дюйма и разрешением 1280 на 800 пикселей. На борту у него Snapdragon 425, 2 гигабайта оперативной памяти и, конечно же, Android 7 поколения. У планшета есть поддержка 3G, и он выглядит по соотношению с конкурентами довольно свежо и молодежно. Устройство выполнено из металла, пользоваться им вполне себе удобно, а постоянной памяти у него 16 гигабайт, и она, конечно же, расширяемая. Как вы видите, большинство планшетов очень похожи по техническим характеристикам. Они довольно-таки бюджетные, у них средненькое разрешение экрана, у них почти одинаковые процессоры и практически одинаковое количество гигабайт оперативной памяти. Прежде чем продолжить наш топ самых популярных планшетов, я хочу сделать небольшое ответвление. Конечно же, в полном списке продаваемых планшетов у магазина Allo есть планшет от компании Apple iPad, но находится он аж на 17 месте. И на 17 месте продается именно iPad начального уровня. Новое устройство 2017 года с диагональю 9,7 дюйма, естественно, на минималках. Конечно же, из всего рейтинга планшетов я бы рекомендовал вам именно его. Тут уже, как говорится, на что у вас хватит денег. Следующий в списке популярных планшетов в 2017 году вновь оказалась компания Lenovo со своей моделью Lenovo Tab 3. Не путать с Lenovo Yoga Tab 3. Это 8-дюймовое решение с разрешением 1280 на 800 пикселей. Весит этот планшет всего 330 граммов, что делает его незаменимым для поездок. Процессор здесь, конечно же, не топовый, MTK8735P, но 2 гигабайта оперативной памяти в тандеме обеспечат ему довольно неплохую производительность. Камера здесь средненькие, 5 мегапикселей и 2 мегапикселя. Радует зато его автономность, 8 часов без подзарядки. Не успела Lenovo отстреляться, как вновь в этом списке начинает брать свою инициативу компания Samsung. Очень популярной моделью этого года стал планшет Samsung Galaxy Tab E. Диагональ дисплея здесь 9,6 дюйма, HD-разрешение экрана, 4-ядерный процессор с частотой 1,3 ГГц и 1,5 ГБ оперативной памяти. Вы заметили, что именно у планшетов Samsung оперативной памяти есть не гигабайт, не 2, а 1,5 ГБ. Samsung — это как-никак и бренд, у него хорошее гарантийное обслуживание. Неудивительно, почему большинство людей выбирает именно этот планшет, но сейчас вы будете очень сильно удивлены. Список планшетов, которые я только что вам предоставил, это планшеты, которые действительно популярны, но самыми продаваемыми планшетами в этом году в сети Allo стали планшеты компании Nomi, потому что у них невероятно огромный ассортимент, очень доступная стоимость, и в этом рейтинге есть буквально около 10 позиций разных планшетов, которые продавались неплохо в одном сегменте, неплохо в другом сегменте. Некоторые из них сейчас вы узнаете. Вот самые популярные модели от Nomi. Ультра, Ультра Плюс, Стелла Плюс, Корса и Корса Плюс. Модели Ультра и Ультра Плюс имеют хороший дисплей на 10 дюймов, 4-ядерный процессор и гигабайт оперативной памяти. Отличались эти планшеты лишь количеством постоянной памяти 8 гигабайт либо 16 гигабайт. Семейство Корса брало своей компактностью. Модели были с дисплеями от 7 дюймов с HD разрешением. Эти планшеты имели поддержку 3G, а еще их можно было использовать как звонилку, то есть можно было вставить сим-карту, набрать номер телефона и кому-то позвонить. Самым интересным вариантом с точки зрения технических характеристик стала модель Nomi Stella Plus. Это 10 дюймов, 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт постоянной памяти. Здесь была поддержка 2 сим-карт, и он прекрасно зашел публике и проявил себя с лучшей стороны. Вот так, друзья, мы целый год следим за новинками техники, и нам кажется, что на рынке планшетов нет никакой жизни, их никто не покупает, а компании совсем, казалось бы, забросили это направление. Не тут-то было. Каждый месяц выходят какие-то новые модели,
И люди отдают им предпочтение. Прям бегут и покупают, и используют, и всех все хорошо. Напишите в комментариях, какой планшет вы считаете лучшим в этом году не с точки зрения технических характеристик, разрекламированности и популярности, а с точки зрения доступности и лично вашего предпочтения, что именно у вас на руках. С вами был Иван Лучков, канал Алло. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте конструктивные отзывы. Пока!